На кружок робототехники Артем ходит уже третий год. Его младший брат пока кружки и секции не посещает. Для семьи Толстобровых из Гаврилов Яма дополнительное образование детей выливается в копеечку. Как только родители узнали о сертификате, без раздумий решили оформить его через интернет. Зашли на портал «Навигатор», посмотрели интересующий нас кружок. Это азбука юного робототехника. Посмотрели программы, по которым работает данный кружок, и решили зарегистрироваться в электронном виде. Соответственно, подали заявление в электронном виде и получим сертификат в Дворце детского творчества. Получение такого сертификата дает возможность обучать ребенка в кружках за счет государства. Причем записаться можно сразу по трем направлениям. Для родителей, не имеющих возможности платить сразу за несколько секций, это настоящее подспорье. Приходить, стало очень много людей. То есть и заявления писать, и уже вот сейчас у нас получают сертификаты. И Гаврилов Ям – не единственный пример. Система выдачи сертификатов дополнительного образования работает уже в 9 муниципальных районах Ярославской области. На сегодняшний день у нас уже выдано более 8 тысяч сертификатов. А до конца года мы планируем, что у нас вот в ближайшее время, скажем, будет выдан 30 тысяч сертификатов. Тем временем Артем планирует записаться и в секцию по волейболу, тем более, что теперь на оформление сертификата времени уйдет немного. Его данные сохранены в учебном реестре. Ксения Львова, Олег Лушников. День в событиях.